Че у нас таранит сзади? Это, сверни где потише, Андрей. Че, доездил? Поехали, поехали, поехали. Не понял, это кто такой на меня пожаловался? Это че такое? Здорово, молодые, где же мы находимся? Мухосранск РП, что? Let's go. Быстро на кухню, ё-моё, на гузы. На какую кухню, я не понял. Ты еще бананы не дочистил. А вы как бананы жрете, повдоль или поперек? Прям целиком. Ага. То есть любите прямо подзаглотить? Я думаю, вы тоже так же любите. Ну, не знаю, не знаю. Монер, прыгай в мою ласточку. Какую такую твою ласточку? Вот эту вот, красную. Помнишь, я ехал на машине, и ты, что ты сделал? Плохая машина. Ну, я расстрелял, не, блядь, это я... Все, Вито Скалетто, в сделку не входил. Ебой, хай, хай, мэн. Привет. Давайте прокачу на Porsche, в новом Porsche. Давай, поехали, поехали. Комендантский час, причина Монвер на сервере. Ля, вот это салончик, дружище. А ты как хотел. 170 миллионов, блять. Социальный эксперимент, передача привета Дону Сальери, здравствуйте. Вы будете передавать привет? Я передаю привет своей маме в первую очередь. Неправильно. Нет, пощадите. Здравствуйте, Тимур 135, как ваши дела? Хорошо. У нас социальный эксперимент. Нужно передать привет Дону Сальери. Передавайте. Как еще раз имя? Вы забыли имя? Да. Передайте привет Дону Сальери. Передаю привет Дону Сальери. Вай. Ой-ой-ой, ну-ка стоять. Чё такое? Так, останавливаемся, молодой человек, почему посредственно едем? Это ваш клон, Андрей, это шпион вражеский, был уничтожен. Здравствуйте, Монвер, на вас жалоба, я вас телепортирую. В смысле, это Монвер? Я что, пожаловался сам на себя? Вы чё, мне тут кукуху хотите свернуть? Вот этот плохой, здесь может существовать только один Монвер. Блять, патронов нет. Секундочку. Во, перезашел, пусть там дальше душнят. Мне делать нефиг там стоять. Как я вас рад видеть просто, а? Кем бы вы ни были, вывезите меня отсюда, пожалуйста. Ты можешь сесть? Куда? Я уже отсидел свое. Воу, да. Все, поехали. Я, правда, управлять машиной не умею, но все же мы справимся с этим. Ничего, нормально. Ой-ой-ой. Отлично. Сейчас меня вывезут в лес и посадят на палку. Отлично водите. Ну так, я проходил первый пилотаж там, гоночный. Монвер, может ты получишь права и будешь кататься на этой лайбе? А как его получить-то? Это нужно ехать куда-то в милицию, кажись. Ой-ой-ой, челика сбили, какой ужас. Во, спасибо. Нифига, сейчас сдадим экзамен. Экзамен, это что, красть бургер? Что это? Начать экзамен. Как я проебал этот экзамен? Это кто вообще составлял его? Да этот компьютер надо расстрелять. Натуры, давай, только машина моя не попади. Стреляйте в компьютер вот в этот, я провалил экзамен. Когда видео по Роблоксу? На этой неделе. Так, кортеж уже едет. Нифига, бригада просто. Да чё вы делаете? Ой, мистер Димарик передает вам поклон. Куда ты передаешь? Мистер Димарик своего зла передает вам поклон. Ах ты сука! Все, Вито Скалетто, сейчас пизда тебе придет. Так, где этот Витя Скалетто? Слышь, где он есть? Монвер, мы его убили, мы его убили. Да мне похер, кто его убил, я его убью сейчас. Бля, что вы делаете? Я выгляжу как молодой Ульянов Ленин. Все, погоди, не вот не он, Вито Скалетто, стой. Я не отстану. Че, Витя, думал, я тебя не вычислю? Го, вы хороший водитель, я знаю. Я готов, все, я готов показать свой пилотаж. Сейчас, в ближайший столб. Все нормально. Блин. Эх, пилот Формулы 1 опять проявил себя. Ну-ка, покажись. Кто-то ходит и фоткает меня. Это что за бесы? Это что такое-то? Монвер, что ты стреляешь? Потому что за мной бес какой-то гонится, не видим. Че он нас таранит сзади? Это, сверни где потише, Андрей. Че, доездил? Поехали. Нифига, я его ваншотнул в Вольво. Все нахуй, избавились от свидетеля. Вот этот чел хочет меня убить.
Можно я пожалуюсь? Ну-ка нахуй, лицом к стене, блядь. Забейте его, забейте! Забивайте. Все, Витас, Калетто, удачи в тюрьме. У меня есть идея для видео. Слушай, сними-ка симулятор побега от военкомата. Ой-ой, авария еще одна. Как же вы ездите? Что же вы делаете? Монвер, ой, блядь. Этот воронок уже едет за мной. Ты этот Порш белый видел? Порш? Не видел я Порш. Нет, не видели. Вон он едет. Вон он едет, за ним, за ним, за ним. В него, в него. Не двигаться, не двигаться. Чё, сбил меня, да? На машинке на своей. Все. Домой. Ой-ой-ой. За нами гонятся. Покупайте хату, закрывайте. Объявляется охота на Монвера, нет. Это я. Там мои друзья. Там... Умер. Все, мы походу здесь реально застряли навсегда. Там челики за нами гнались только что. Хорошо, что чел успел купить и закрыл дверь. Николай, иди проверь. Там чел соло-рейдил. Иди проверь, Николай. Сейчас, открой, открой, открой. Я надеюсь, его завалят. Нету, нету, нету. Замыкай, замыкай. Блять, нет. Да, Николай, да, дай я внутрь зайду. Да, так, блядь, я понял, что ты хочешь. Николай, жди нас тут. Нет, я не буду вас ждать. Да, Пабло, надо закрыть этого Николая здесь. Давай, ну давай, закрывай его. Вы сейчас ебете. Я знаю, вы сейчас... Нет, нет. Откуда он узнал? Блин, да что такой Николай умный, а? Да не, Николай, честно, мы тебе говорим, честно, мы не убежим. Честно, да честно, убежите вы. Я в этой жизни уже никому не верю. Ты не... Что, Сучи, твои 30 лет, что тебя кто-то так обманул, и ты никому не веришь? Расскажи нам, пожалуйста. Ему 30? По голосу, да. А, слушай, реально. Монвер, Монвер. Чё? У тебя, ты можешь ответить только один раз да и один раз нет. Согласен? Чё там за вопрос-то? Согласен, говорю. Чё за вопрос задавай? Чё, меня развести хочешь? Ты думаешь, я вчера родился? Задавай вопрос. Николай, вы должны остаться внутри, Николай. Вы слишком назойливый. Да не останусь я. Николай, зайдите внутрь. Ну вы слишком большие для нас, честно, Николай. Мы стесняемся с вами общаться. Сработает ли наш дар убеждения? Да, Николай, ну не ломайся, зайди ты, а. Мон, я знаю, как ты прикалываешься. Я, ты думаешь, я твои видео не смотрю? Нет. 2 миллиона и ты свободен. И ты зайдешь в комнату? Нет. Николай, знаешь, кого ответ? Хорошего парня ответ. Я знаю, что я хороший парень. Не смейся, это не смешно было. А вот это было смешно. 5 лямов я зайду. Хорошо, все, даю 4 миллиона, все. Главное, чтоб не развел. Николай, все, блядь, вопросов не имею. Я вам чуть 40 миллионов не дал. Николай, удачной службы. Все, Николай, счастливо. Он правда денег срубил. Его молчание стоило нескольких пикселей. Нет, Николай пришел. Эй, Николай, иди в комнату, тебе заплачут. Да, Николай, хватит мне в лицо лезть, блядь! Николай, Николай, вы мешаете нам, это не смешно. Я угораю, когда буду вам бить. Очень смешно, когда человека доводишь, это правда очень смешно, это некрасиво, мне кажется. Николай, для вашего возраста это все должно понятно быть. Николай, вам бы уже это, к врачу сходить там, я не знаю, к урологу там. Вам, Николай, лучше к гинекологу обратиться, сестра уже напрямую. Вас там сразу обследуют. Николай, вам было запрещено смеяться. В угол встань, Николай. В угол. Ты не наказан. Обязан. Не обязан. Ты наказан. За эти не деньги обязан. Ты обязан делать вообще все. О, здравствуйте. Что делаем, молодые люди здесь? А вы что тут делаете? Это закрыто охраняемая территория, молодые. Наше место здесь, молодой человек. Вы что тут делаете? Это наша база. Да, пройдемте, пройдемте. Здравствуйте. Мы что-то не поняли. Вы что в нашей базе делаете вообще? Пацаны, мы не туда, походу, свернули где-то. Все, ребята, это, сейчас подождите, мы сейчас за продуктами сходим и вернемся. Вот так вот батя и уходит. 3,5 минуты, сейчас мы вернемся. Тебе нельзя с нами. Если мне нельзя с вами, то вы будете со мной. Нет. Не надо, не надо. Правосудие работает правильно. Ого. Чел аж на тачке назад поехал. Ну так. Опа, я на фотке Виталя.